face in your face. Снимать, но так получилось. В общем, я в Екатеринбурге. Неожиданно, правда? Но это моя не конечная станция. Я вообще еду в Качканар. В прошлом влоге буквально я говорил о том, что скучаю, типа, по Екатеринбургу, все такое. Вот, пожалуйста. Но приехал я не по очень хорошим причинам, но, наверное, не буду об этом говорить. Вот, ну, сам факт того, что я здесь. Странное чувство, что за 2 месяца я уже отвык от ЕКБ. Конечно. Снимаешь. Пошкиш, пожалуйста. Ой, спасибо большое. Так приятно. Иду до электрички. Встретился с Мари. Поболтали. Не хватило, конечно же, времени. Но хотя бы так. Увиделись. Сейчас еду в Качканар. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Потому что там ничего не будет, конечно.
Кошкам. Доехали до родителей, поели. Сейчас будем болтать, отдыхать. Все в сборе сегодня. Я уже не очень супер хорошо выгляжу, но как есть. А, ну все, ладно, давай. Лежим. Прикол. Первый раз делаю такие патчи. Написано 2-3 часа нужно ходить. С иголками какие-то. Я люблю ходить в патчах. Надо на них нажимать, чтобы
какие-то компоненты там входили. Иголки, жесть. Все. Доброе утро, кстати. Всю 3000 долларов. Странно, как ее можно было просто потерять. Следователи обнаружили рукописные записи. Влог снимаем. Понятно. Не знаю. Где-то тут, наверное. Что я тебе не хочу? Вот где? Это синички, ручка. Красиво, да? Ой, это что, влог? Красотка я? Красотка. Красотка, конечно. Конечно, красотка. Красотка я? Красотка, конечно. И думаю, не завидуешь. Как хорошо прогуляться бы мне сейчас. Блин, вот, мне нравится то, что я работаю тоже перед открытым окном. Перед панорамой. Ну да, типа видишь. Это клево. В торговом центре нет такой атмосферы. Как будто воздуха больше. Ты очень красиво выглядишь в кадре. Спасибо. Я вообще, в принципе, ничего такой. Сразу идем музыку полтородства. Я предложила свернуть. Вот красиво. Заказали еду, шли в The Big. Спасибо. Я все блюдо по 300 рублей. Почти. Сейчас будем пробовать. Водичка бесплатно. Нужно было все-таки какие-то заказать. Тут просто нет фотографий, да. Я не понимаю, что это. Фотографии. 500 грамм, блин, слушай. Свинина, говядина, курица. Блин. Меню без фотографий. Я думаю, что мы сюда еще придем. Да, тут прикольная атмосфера. Мне кажется, вечером прям такой вайб, знаешь, вот этот вот бар. Сейчас как бы такое дневное время.
сзади. Очень прекрасная инсталляция. Нравится. Дома такого нет. Инсталляция. Облепиха. Почему облепиха? Это апельсин. Облепиха, апельсин. Давай гуглить, как будем есть. Для стейка какие-то, какие-то для шашлыка. Приехали. Вот. Да господи, какая разница, взяла нож, режь. А где ты учился? Кулинарно. И чему вас там учили? Как чему? Достал нож, режь, понял? Во-первых, я не знаю, как это нужно есть. Возможно, вот так. Нормально. Сделаю вид, что я умею. Каждый день ем тартар. На завтрак, на обед и ужин. Не верю. Очень вкусно. Цветочек мне на лицо. Хорошо. Или баклажан. Ой, это же так вкусно. Забрал свое кольцо, красивое, как новое. Давай нет. Нету всего. Надо. Всего не сниму. Приехали в авиапарк. Будем сейчас тусить. Да? Купаться в аквариуме. Купаться будем в аквариуме. Сдали одежду. Все. Надо идти? Он как будто плачет. Взял померить бомбер в резерв. Самый большой размер 2XL. По моде, да, пошли? Зеркало очень чистое, конечно. Прикольно выглядит. Шоу. Наблюдаем. Да, я бы махался. Помахал бы всем. Это что ты дала мне? 44? С половиной. Да, эти не маленькие, но все равно. Ну, не, газели как будто не очень. Да? Нет, это просто... Нет, набор там снимает. Но эти как будто не очень, да? Да, мне эти тоже не нравятся. Не нравятся? Нет. Ну, вообще, потому что они черные. Сразу одеки захотелось снять. Они черные просто. Вот эти модные, а это просто обычные.
эти очень понравились нам. Вообще светлые, но размеров нет. Ничего нет. Иду на свой балкон. Смотреть виды. Виды видны. Это красиво вообще, да. Просто. В каком доме хотела бы жить? В том? Или в том? На наши 12 похожи. Тут их 4 почему. Только в 4 раза выше. Да, не 12, а не 20. Зашли вещи посмотреть. Больше тас не ищите. Это надо. И это все не надо. Вот еще поможет. Вот это 10 стоит. Диор. Ну, а, нет, не Диор. Прада 10 стоит. А Диор не знаю сколько. 26. Еще. Всего-то. А вот это дело. Копейки. Не знаю. Ой, я ее поднимаю, она снимается с ней. 15, ну 16. Подумаешь? Ну это к этому, тут всякие фотографии с подиумов. 10 тоже, примерно. Вспотел как тварь. Я хочу свечку вот эту. Очень вкусно. Я не могу прямо. Mm-hmm. Что это за аромат? Чего вообще? Непонятно. А, точно. Рекомендую. Сервис. Мы еще в одежду не ходили. Вот так, нравится больше. Хотя, по ним скажу. Все. Нету ассоциации. Джин тоник с детства. Вот это поворот! Внимание. Джин тоник с детства. Блейзер? Ну, почти. Апельсиновый какой-нибудь там. Виноградный. Не знаю, мне духами пахнет. Видит. Бузеры всякие. Как вы поняли, до вещей мы сегодня не дойдем. Судя по всему. Зеркала везде очень чистые. Ты говоришь своими руками некрасиво, у меня хочешь ничего делать. Ты такой красивый. Я уже опухла, наверное. Ребят, сил нет. Мне нравится то, что Украина художник. Красиво. Художник, типа пироженка какая-то. Перед вообще. Или правда? Не знаю, это нет, такие же. Не похоже. Такой обзорщик, конечно. Ну все. Через полчаса уже магазин закрывается, пора уже идти домой. Мы еще даже вещи не успели посмотреть нормально. Так что все. Всем пока. В общем, ребят,
Мы уже дома. Время 23:23. Вышли мы 12:30 сегодня. Рекордное время, поскольку мы вообще вышли из дома. Выходили когда-либо гулять. Весь день прогуляли. Ну, я, в принципе, все снимал, старался снимать. Хотя не думал, что вообще буду. В общем, мы дома. Этот влог подошел к концу. Спасибо большое, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Пишите комментарии обязательно. Кто не видел предыдущие влоги, обязательно тоже смотрите. Здесь они где-то вылезут. Напоминание. Вот, так что все. Мы сейчас будем смотреть Чебурашку. Да, хотели сходить на него в кино, но он, видимо, из-за того, что детский фильм такой, идет до 3-4 дня, ну, в период после этого времени вообще его нигде нету. Мы как бы не хотели идти и терять дневное время. Поэтому в кино не сходили, поэтому будем сейчас на каком-нибудь неофициальном сайте смотреть. Вот, купили вкусняшки. Были эклеры. И еще пироженки. Такие вкусные. Вот такие вот. Катя взяла, как обычно, чизкейк. А, я сникерс, естественно. Вот, еще купили такую пикадуху. Чтобы в гардеробную уложить. И, типа, пахло прикольно. Вот. Так что вот такие вот новости. Все, сейчас будем пить чай, кушать, смотреть фильм, отдыхать. Так что вот такие вот дела. Все, спасибо еще раз всем, что смотрели. На этом блог заканчивается. Всем пока.